В Центре культуры и общественных мероприятий сегодня собрались за круглым столом обсудить архитектуру города. Люди недовольны тем, что в Северодвинске нет единого стиля. Зачем убрали решетки в арках, вазоны и единый забор на центральных улицах? Возмущением некоторых общественников нет предела. Что называется, накипело. Главному архитектору Северодвинска одна просьба – сохранить исторический облик города и прийти к единому стилю. Людям не нравится, например, как отреставрировали памятник первостроителям по дороге на Ягры. Безобразно, это не кирпичный цвет, какую-то краску покрасили сбоку, палатка вообще вся закрашена, ее нет. То есть, в принципе, можно говорить о том, что облик памятника изуродован. Главному архитектору, как оказалось, новый облик памятника тоже не по душе. Однако повторную реставрацию вряд ли в ближайшее время проведут. Не устраивает людей разный забор вдоль тротуаров. Говорят, что должен быть единый. Пожелание разработать фасад и рекомендации для всех предпринимателей города. Еще одна просьба – не менять облик фонтана на привокзальной площади при реконструкции. Проектно-сметной документации по этому объекту архитектуры еще нет, но пожелания народа обещали учесть. Когда собираются что-то реставрировать или утилизировать, или еще что-то делать, спросить у горожан.